В текущем году Минздрав Дагестана планирует охватить свыше 40% населения. Это более 1 миллиона человек. Как пояснил врач, участковый терапевт Индира Давыдова, для проведения вакцинации в рамках национального календаря профилактических прививок в республику уже поступило 225 тысяч доз инактивированной противогриппозной вакцины «Сивагрипп». Это 37,5% от заявки. Среди взрослых бесплатной вакцинации подлежат медицинские работники, работники образовательных учреждений, транспортной сферы и ЖКХ, а также пенсионеры и люди, страдающие хроническими заболеваниями. В первую очередь врачи призывают пройти вакцинацию людей, находящихся в группе риска. Это лица с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, эндокринной патологией, сахарным диабетом. Так как для таких больных особенно опасен грипп, так как он может вызвать тяжелые осложнения. Также добавим, что в первых числах сентября также планируют проводить бесплатную вакцинацию детям и беременным женщинам. Вакцинацию надо пройти, следует пройти до начала эпидсезона, для того, чтобы организм успел выработать иммунитет к вирусу. То есть люди. Специалисты подчеркивают, риск развития осложнений при заболевании гриппом выше, чем риск возможных побочных реакций после введения вакцины. Чтобы не заболеть, врачи настоятельно рекомендуют соблюдать простые правила гигиены, избегать прямого контакта с заболевшим человеком, надевать стерильную маску в местах большого скопления людей и многое другое. Бурлея Цамбиева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».